Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас покажу, как... Ну, колоть маленьких, понятно, взял за задние ноги и уколол. А вот если у нас большой уже поросеныш, тут маленькая проблема создается. Он не захочет. Ну, бывают такие спокойные, что им пофиг. Коли ее, делай с ней, что хочешь. Ну, а в основном она не захочет, скорее всего, чтобы ее кололи. Соответственно, мы ее должны зафиксировать, иначе она может поломать и игру, и себе наделать проблем. Для этого нам... Нормально там видно? У меня освещение какое-то. Да, да. Смотрите, делаем петельку на канате. Берёвая веревка обычная. И делаем вот такую удавку. Обычную удавку. Теперь эту удавку надо закинуть за верхнюю челюсть, за клыки задние. Ну или за клюв, как поймаем. Сейчас вы увидите немного циркового представления. Я охочусь на свинью. После того, как мы это накинем на нее, будем тянуть на себя. Свинья будет отходить назад. И мы ее легко удержим, как бы она не сможет повредить нам. Ну и себе. Смотрите, как это все делается. Тяни на себя. Цепляй. Да не бойся. Да, держи. Хорошая свинка. Ну, короче, видели, да, зафиксировал ее за клюв, за верхнюю челюсть. Давай, хорошая. Меня не съела, это уже хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Вырубай.